В столице Перу выставлены на обозрение части скелета древнего кита. Это млекопитающее может оказаться самым тяжелым животным из когда-либо живших на Земле. Окаменелостям 39 миллионов лет. Их нашли в пустыне Ика. Когда-то она была дном мелководного залива. Несколько позвонков, ребер и часть таза обнаружили 13 лет назад. И с тех пор аккуратно извлекали и тщательно изучали. Пока самым тяжелым существом в истории Земли считается современный синий кит, достигающий 180 тонн. Перуанский кит был меньше синего, но вполне возможно тяжелее. У него очень массивные кости, каждый позвонок больше центнера, а сам кит мог весить 200 тонн, а по некоторым оценкам все 340. Это переворачивает устоявшееся представление ученых об эволюции китообразных. До сих пор считалось, что таких гигантских размеров они достигли лишь за последние несколько миллионов лет. Ученые полагают, что такой гигант не умел быстро плавать и искал пищу на дне мелководья. Тяжелые кости должны были играть роль балласта, помогали ему удерживаться на глубине и противостоять волнам.